Пока-пока. Поговорили. Делай ручку.
женскую сторону у нас происходит? Одни девчонки с нами, да? Как вас зовут? Антон, аплодисменты Антону. А вас как зовут? Женщина. Антон и Женя, вы сегодня сделали... Вы одни люди нагнулись, видя камеру. Выбирайте любую, а потом же камеру. Потом будешь бегать, они тебя будут бегать, я тебя буду бегать. Ты будешь искать, я не знаю. А тебе как говорится? Ну, а когда не какой? Ну, что это такое? Ну, что там у тебя? Как вы сами? Леночка, не смей, ты поленечка. Теперь за ручку. Я сейчас сам тебе помогу. Я уже сколько? Вот у меня еще. Вот у меня еще. Нет, пожалуйста. Молодец. Как вас зовут? Ульяна, вы свет! Наша красотулька, Пашка! Мариночка! Маша! Ангелина! Ну, ребята, давайте с вами поддержим, свои красавицы! Даша! Еще раз! Леночка! У кого есть дети? Не видим. У кого есть девочки? А у кого есть девочки и мальчики? Если кому-то нужны девочки и мальчики, я расшифрую, что у меня вот получается только девочки. Получается и мальчики. Так что обращайтесь к ним. Вся мощная защита. В любой момент. Я желаю вам прежде всего в этой жизни самого главного. И уйди, потому что я просто мама тебя видит. Самого главного в этой жизни. Вот этого счастья, для которого вы живете в 30. Я вас призываю. Берегите их, любите их, обижайте их. Они вам отойдут сполна, изучая эту любовь. Поэтому я хочу, чтобы сейчас на самом деле все собрались, в хорошем смысле этого слова, чтобы мужчины подошли и обняли своих длинных очаровательных рамок. Я все детство без мячиков. Сказали нам, что самые волшебные, самые заветные, самые непосредственные слова. Итак, мальчишки, не бросайте за девчонок. Кашпировского, кто помнит? Мы даем вам сейчас установку.
Вовку. Счастье хотите? Счастье вам. Любви хотите? Любви вам. Проснитесь не одни. Денег хотите? Подушка завтра вам обязательно дать что-нибудь. Под копеечку. Левую руку. Перед собой. Руку. Перед собой. Ну нет, подожди. Дело какие? Ты себе льстишь, во-первых, поближе руку. Поближе, поближе, поближе. А вторая, как я сделаю, ты знаешь, что такое крабы сделали. Да, thank you.
Спасибо, ребят. Сегодня все было... Покажи, Николай, молодая.
Thank you.
Я всегда
Thank you.
Ну,